Здравствуйте. Страх смерти – это хорошо или плохо? Однозначно плохо. Потому что инстинкт самосохранения и страх смерти – это две очень большие разницы. Они не имеют друг к другу никакого отношения. Можно ли жить и не бояться смерти? Можно. И очень даже легко. Представляю вам метод аппаратной психотерапии «Аудиокатарсис». Все, что вам нужно, это просто надеть наушники и вспомнить о своем страхе. Просто о нем поговорить. И вы заметите через пару сеансов, что страх стал для вас безразличным. И вы об этом можете говорить, не пугаясь. Мало того, еще через пару сеансов вы заметите, что эта мысль вызывает у вас веселье. Проходите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от страха смерти. Подписывайтесь на канал. Узнавайте новости. Вы можете пройти сеансы аппаратной психотерапии. Вы можете посмотреть это видео полностью. Ссылки в описании.